Алло. Белорус, помогай, моим свиням нечего есть. Это, конечно, грустно, но каким боком я к твоим свиньям? Просто дело в том, что вся картопля, она... А! Напугал. Привет, Украина, рассказывай, что с ней? С ней? С Бульбой. А, да, забыл. Смотри. Вся картопля покусана какими-то тварями. Теперь она вся завяла. Мне нечем было кормить своих свиней, и я... О нет, это все он. Москаль! Если бы... Колорадский жук. Смотрю, все поле повреждено. Мне так жаль. Ой, не парься, белорус, у меня картопля еще есть. Просто нужно было ехать под Львов, а мне лень. Ну ладно, тогда я пойду. А? Повреждён клубень? Это не колорадский жук. Так-то кто? Шо? И новости на сегодня. В общем, ничего необычного за прошедшие сутки не произошло. Китай приболел. Ать-ха! США поссорился с Ираком. И Польша, как обычно, Польша. Да хватит меня снимать, кур... На этом новости закончились. А нет, постойте. Ах, да, еще по всему миру погиб почти весь урожай картофеля. Из-за чего могут пострадать некоторые сельскохозяйственные страны. Алфидерзайн. USA, USA. What? Пустой квадрат? Не порадок. Сейчас будет фокус. Жух. Та-да! Вау, прикольно. А можно меня обратно соединить? No. Эй, машинист, там спрашивают, почему мы проехали несколько станций. О, присоединяйся, будет весело. Было весело. А с чем связаны эти заводные танцы? Это танцы невообразимого ужаса. У поезда отказали тормоза. Какой я молодец. Просто молодец, или молодец. О-о, кто тут у нас? Вонючий обоср и шварер. Ахаха. Готовься вкусить плоды цивилизации. Тык. Какую я крутотень то построил. Все для любимого меня. Будет вечно стоять. Инфа сотка. Их-их-их. Архитектор всем архитекторам архитектор. Камешки, каменчики, камнечушки. Такую хату себе отбабахаю. Теперь это собственность Британской империи. Хан-хон-хан-хан в Лувре пополнение хан-хан-хон-хан-хан. О, сувенирчик офигенно, ахахахаха. Сцук, обидно. Ахахахаха. Буду показывать за деньги, ахахахаха. Твои последние слова? Гутен так, Америка, продай мне гелий. No, я никому не продаю мой American гелий, you know? А так, тем более. Шайзе! Ну и ладно, у той член есть много фоторота. Я бы не советовал. Я них не слышу, я натуфаю эту штуку фоторотом. Как знаешь. М? Тут тырка. Дырка у тебя в польском коридоре, а это... А нет, и вправду дырка. Эй, там, на корабле! Тихо, всю рыбу мне распугаешь. О, мага, это ты.
И что мы тут делаем? Ловим мою треску? В моих водах? В твоих водах? Не зажирно? Прекрати ловить мою треску! Ха, заставь меня. Или ты прекращаешь это дело, или я... Или ты... Выхожу из НАТО. Абсолютно наср... Воу-воу-воу, заткнись, чайхлёб, давайте не будем спешить с выводами. Jesus Christ. Окей, бери мой гелий. Фух, готово. Через этот забор ни один мигрант не пролезет. Какой же я молодец. Араб, Европа. Ой, Вэй, что это было? О, черта! Еврейской оседлости. Ой, Вэй! Свободу моему народу! Ну все, ты доигрался. Мы закрываем границы и воздушное пространство. Да пожалуйста, не больно и хотелось в эту вашу Европу. Мне кажется, я что-то забыл. Если ты забыл, значит это было неважно. Да, ты прав. А? Правь Британия морями! Я не разрешаю. Слово «вето» и слово «смерть» для вас означает одно и то же. О, курва! Фу, плохой мальчик. Еще раз так сделаешь, отправлю тебя в Японию.